герцог давал бал в новом своем дворце на Венецианской площади. Собралось столько пленительных женщин, что трудно было решить, кому отдать пальму первенства. Но после недолгих колебаний царица и бала единодушно провозгласили княжну Ванину Ванини. Отец девушки, князь Аздрубале Ванини, пожелал, чтобы она прежде всего протанцевала с двумя-тремя немецкими владетельными принцами. Затем она приняла приглашение нескольких англичан, весьма красивых и весьма знатных, но их накрахмаленный вид наскучил ей. Больше удовольствия ей, казалось, доставляло мучить молодого Ливио Савелли, по-видимому, страстно в нее влюбленного. Ливио был один из самых блестящих молодых людей в римском обществе и тоже носил княжеский титул, но если бы ему дали почитать какой-нибудь роман, он на 20-й странице отбросил бы книгу, заявив, что у него разболелась голова. В глазах Ванины это было большим недостатком. Около полуночи на балу распространилась новость, которая вызвала много разговоров. В этот самый вечер из крепости святого ангела бежал, перерядившись, находившийся в заключении молодой карбонарий. Уже достигнув последних ворот тюрьмы, он в пылу романтической отваги напал с кинжалом на солдат охраны, но его самого тоже ранили. Сбиры гонятся за ним по кровавым следам и надеются поймать его. Пока все толковали об этом побеге, Дон Ливио Савелли, восхищенный прелестью и успехом Ванины, почти обезумев от любви, воскликнул, провожая ее к креслу после танцев: «Ну скажите, ради Бога, кто бы мог понравиться вам?» Кто бы мог понравиться? Молодой карбонарий, бежавший сегодня из крепости. По крайней мере, он что-то совершил, а не только дал себе труд родиться. На утро после бала Ванина заметила, что ее отец, человек на редкость беззаботный, никогда в жизни не бравший в руки ключа, чрезвычайно старательно запер дверь на узкую лесенку, которая вела в комнаты, расположенные на четвертом этаже дворца. Окна этих комнат выходили на террасу, заставленную апельсиновыми деревцами в катках. Ванина подняла глаза и, к удивлению своему, увидела, что в одной из комнат, которую так тщательно запер ее отец, отворено окно. В комнате, очевидно, кто-то поселился. Но кто? На следующий день Ванине удалось достать ключ от дверцы, которая вела на террасу с апельсиновыми деревьями. Крадучись, она подошла к окну, оно все еще было открыто. Ванина спряталась за решетчатым ставнем. У задней стены комнаты она увидела кровать. Кто-то лежал на ней. Ванина смутилась, хотела убежать, но вдруг заметила женское платье, брошенное на стул. Присмотревшись, она различила на подушке белокурую голову. Лицо показалось ей совсем юным. Теперь она уже не сомневалась, что это женщина. Платье, брошенное на стул, было все в крови. Незнакомка пошевелилась, и тогда Ванина заметила, что она ранена. Грудь ее стягивала полотняная повязка, на которой расплылось кровавое пятно. Повязку придерживали какие-то тесемки. Видно было, что она сделана отнюдь не руками хирурга. Когда Ванина, осторожно приблизившись
заглянула в окно, взгляд ее встретился со взглядом незнакомки, и все открылось. Я люблю вас. Я ваш друг. Простите меня, пожалуйста. Простите, наверное, мое глупое любопытство кажется вам оскорбительным. Клянусь, я все сохраню в тайне. А если вы пожелаете, я больше никогда не приду. Вы, по-видимому, не знаете меня. Я Ванина, дочь князя Аздрубали. Незнакомка с благородной сдержанностью избегала сетовать на свое несчастье. Ванина была без ума от нее. Только одно очень удивляло княжну. Она не раз замечала, что во время этого серьезного разговора незнакомка сдерживала внезапное желание засмеяться. Сердце у Ванины сильно билось. Все манеры незнакомки казались ей исполненными достоинства. Эта несчастная молодая женщина, вероятно, оскорбила какое-то могущественное лицо, а может быть, в порыве ревности убила своего возлюбленного. Ванина и мысли не допускала, чтобы причина ее несчастья могла быть заурядной. Незнакомка сказала, что она ранена в плечо и в грудь, и ей очень больно. Часто у нее идет горлом кровь. Я позову к вам хирурга. Хирург монсеньора Савелли Катанцара, губернатора Рима, сын одного из наших слуг. Он привязан к нам, а благодаря своему положению может никого не бояться. Напрасно мой отец не доверяет его преданности. Я пошлю за хирурга. Я должен вам признаться, я несчастный карбонарий. Чувствую, что этим признанием я лишаю себя единственной отрады, которая еще привязывает меня к жизни. Но я не могу больше обманывать вас. Это недостойно меня. Мое имя Пьетро Мессерилли. Отец мой, бедный хирург в Сант'Анджело Инваде. Я карбонарий. Нашу венту раскрыли. Меня в оковах перевезли из Романии в Рим и бросили в темный каземат, днем и ночью освещенный только маленькой лампой. Там я провел 13 месяцев. Одной сострадательной душе явилась мысль спасти меня. Меня переодели в женское платье. Когда я вышел из тюрьмы и достиг уже последних ворот, один караульный гнусно поносил карбонариев. Я дал ему пощечину. Уверяю вас, я это сделал не из пустого удальства. Я просто забылся. Из-за этой моей опрометчивости за мной погнались по улицам Рима. И вот в ночной темноте, теряя силы от потери крови, раненый штыками, я вбежал в открытые двери чьего-то дома. Слышу, солдаты гонятся за мною по лестнице. Я выпрыгнул из окна в сад и упал в нескольких шагах от какой-то женщины, которая прогуливалась по саду. Графиня Виталески, приятельница моего отца. Кто бы ни была эта женщина, она спасла мне жизнь. Имя ее никогда не надо произносить. Когда солдаты ворвались с ней, чтобы схватить меня, ваш отец уже возил меня в своей коляске. Вот уже несколько дней штыковая рана в плече не дает мне покоя. Я скоро умру. Я умру в отчаянии. От того, что больше не увижу вас. Ванина
послушала его нетерпеливо и поспешила уйти. Мисс Сирили не увидела в ее прекрасных глазах ни тени сострадания, а только оскорбленную гордость. Ночью к нему явился хирург. Он пришел один. Мисс Сирили был в отчаянии. Он боялся, что больше никогда не увидит Ванину. Он стал расспрашивать хирурга. Тот пустил ему кровь, но на вопросы ничего не отвечал. Тоже молчание и в следующие дни. Пьетро не спускал глаз с застекленной двери, в которую входила с террасы Ванина. Однажды около полуночи ему показалось, что кто-то стоит в темноте на террасе. Неужели Ванина? Ванина приходила каждую ночь и, приникнув к застекленной двери, смотрела на него. Если я заговорю с ним, я погибла. Нет. Я больше никогда не должна его видеть. Не прошло и недели, как Ванина, бледная, дрожащая, вошла вместе с хирургом в комнату Карбонари. Она явилась сказать, что надо уговорить князя, чтобы он передал уход за больным кому-нибудь из слуг. Она пробыла только минуту, но несколько дней спустя опять пришла вместе с хирургом из чувства человеколюбия. Однажды вечером, хотя мисс Сирили стала уже гораздо лучше, и у Ванины больше не было оснований бояться за его жизнь, она дерзнула прийти одна. Увидев ее, мисс Сирили почувствовал себя наверху блаженства, но постарался скрыть свою любовь, прежде всего, не желая уронить свое достоинство, как и подобает мужчине. Ванина вошла к нему в комнату, сгорая от стыда, боясь услышать любовные речи, и была очень опечалена, что он встретил ее словами дружбы. Благородной, преданной дружбы, но без единой искры нежности. Когда она собралась уходить, Пьетро даже не пытался удержать ее. Мисс Сирили горел любовью, но, помня о своем низком происхождении и оберегая свое достоинство, решил, что посмеет заговорить о любви с ней лишь в том случае, если целую неделю не увидит Ванины. Гордая княжна оборонялась стойко. Ну что ж, я навещаю его. Мне это приятно. Но я никогда не признаюсь ему в своих чувствах. Однажды вечером, после того, как Ванина весь день ненавидела его и давала себе обещание держаться с ним еще холоднее, еще суровее, чем обычно, она вдруг сказала ему, что любит его. Вскоре они всецело отдались своему чувству. И так безумство Ванины оказалось безмерным. Но, надо признаться, она была совершенно счастлива. Мисс Сирили уже не старался оберегать свое мужское достоинство. Он любил, как любит первой любовью, как любит в Италии. Ванина не сомневалась, что для Пьетро будет величайшим счастьем навсегда остаться с нею. Он и в самом деле казался вполне счастливым. Но злая шутка генерала Бонапарта горьким упреком звучала в душе этого юноши и влияла на его отношение к женщине. В 1796 году, когда генерал Бонапарт покидал Брешию, городские власти, провожавшие его до заставы,
сказали ему, что жители Брешии чтят свободу больше, чем все остальные итальянцы. «Да», — ответил он, — «они любят разглагольствовать о ней со своими возлюбленными». 4 месяца пролетели незаметно. И вот настал день, когда хирург возвратил больному свободу. Что же мне теперь делать? По-прежнему скрываться у одной из красивейших в Риме женщин? А подлые тираны, которые держали меня в темнице 13 месяцев, где я не видел солнечного света, решат, что они сломили меня? Италия. Ты воистину несчастный, если твои сыны способны так легко покинуть тебя. Сегодня, как только стемнеет, мне необходимо выбраться отсюда. Постарайся вернуться. До рассвета я буду ждать тебя. На рассвете. Я буду уже в нескольких милях от Рима. Ах, вот как? И куда же вы поедете? В Романию. Отомстить за себя. Я богата. И надеюсь, что вы не откажетесь принять у меня оружие и деньги. Моя душа. Жизнь моя. Ты все заставишь меня позабыть, даже мой долг. Но ведь у тебя такое благородное сердце. Ты должна понять меня. Пьетро, вы часто говорили мне, что человек с именем, ну, например, римский князь, к тому же обладающий большим богатством, может оказать делу свободы большую услугу. Разумеется. Вот. Вы отважный человек. Вам не достает только высокого положения. Я вам предлагаю свою руку и 200 тысяч ливров дохода. Согласия отца я добьюсь. Анина. Я люблю вас страстно, но я бедняк и слуга своей родины. Чем несчастнее Италия, тем больше я должен хранить верности ей. Чтобы добиться согласия Доны Аздрубали, мне пришлось бы несколько лет играть жалкую роль. Ванина. Ванина, я отказываюсь от тебя. На беду свою я люблю тебя больше жизни. Уехать из Рима для меня страшнее пытки. Зачем Италия еще не освобождена от варваров? Никогда еще ты мне не был так дорог. Да, я твоя навеки, милый мой, деревенский лекарь. Ты велик, как наши древние римляне. Я приеду в Романию почти одновременно с тобой. Я прикажу прописать мне лечение на водах в Поретто. Остановлюсь я в нашем замке Сан-Николо. И там моя жизнь соединится с твоей. А ты
Ты будешь любить позоренную девушку? Да разве? Разве ты не жена мне? Я вечно буду любить тебя и сумею постоять за себя. Что такое Родина? Ведь это не какое-нибудь живое существо, которому мы должны быть признательны за благодеяние, и которое станет несчастным и будет проклинать нас, если мы изменим ему. Нет. Родина и свобода — это как мой плащ, полезная одежда, которую я должен купить, если только она не пришлась мне в наследство от отца. В сущности, я люблю Родину и свободу за то, что они мне полезны. А если они мне не нужны, если они как теплый плащ в летнюю жару, так зачем же мне покупать их? Да еще за столь дорогую цену. Ванина так хороша, так необычайна. За ней будут ухаживать. Она позабудет меня. У какой женщины в жизни бывает только один возлюбленный? Гражданин, я презираю всех этих римских князей, но у них есть столько достоинств передо мной. Они должны быть неотразимы. Да. Если я уйду, она позабудет меня. И я навсегда потеряю ее. Ночью Ванина пришла навестить его. Пьетро рассказал ей о своих колебаниях и о том, как под влиянием любви к ней в душе его возник странный спор о великом слове «Родина». Если ему придется выбирать между мной и Родиной, он отдаст предпочтение мне. Послушай, если бы во время твоей болезни о тебе заботилась какая-нибудь деревенская женщина, разве ты ничем бы не отблагодарил бы ее? Разве не постарался бы заплатить ей? Будущее так неверно. Ты уходишь в пути, вокруг тебя будет столько врагов. Подари мне 3 дня. Заплати мне за мои заботы. Как будто я бедная крестьянка. Миссерили остался. Наконец Пьетро покинул Рим и благодаря паспорту, купленному в иностранном посольстве, достиг родительского дома. Это была для семьи великая радость. Его уж считали умершим. Спустя некоторое время Миссерили, спасаясь от погони, убил 2 карабинеров из пистолетов, подаренных ему Ваниной. За его голову назначили награду. Ванина все не приезжала в Романию. Миссерили решил, что он забыт. Самолюбие его было задето. Он часто думал теперь о том, что разница в общественном положении воздвигла преграду между ним и его возлюбленной. Как-то в сумерки
церковный колокол зазвонил в горах к вечерне. И так странно, будто на звонаря напала рассеянность. В ту же ночь все карбонарии встретились в лесу. Мессерили пришел очень грустный, и тут ему сказали, что глава Венты арестован, и что своим новым главой карбонарии решили избрать его, Пьетро, 20-летнего юношу, хотя среди них были и 50-летние старики. Принимая эту нежданную честь, Пьетро почувствовал, как забилось у него сердце. Лишь только он остался один, он принял решение не думать больше о молодой римлянке, так скоро забывшей его, и все свои помыслы отдать долгу освобождения Италии от варваров. Два дня спустя Мессерили в списке прибывших и выехавших лиц, которые ему доставляли как главе Венты, прочел, что княжна Ванина прибыла в свой замок Сан-Николо. На следующий день они встретились. Ванина любила его все так же. Задержалась она время от того, что отец, желая выдать ее замуж, не отпускал ее. Она привезла с собой 2000 цехинов. Эта неожиданная поддержка очень помогла Мессерили достойно выполнить его новые почетные обязанности. На острове Корфу заказали кинжалы, подкупили личного секретаря легата, руководившего преследованием карбонариев, и таким путем достали список священников, состоявших шпионами правительства. Как раз в это время подготавливался заговор, один из наименее безрассудных, когда-либо возникавших в многострадальной Италии. Я не буду входить в излишние подробности, скажу только, что если бы он увенчался успехом, Мессерили досталась бы немалая доля славы. Благодаря ему несколько тысяч повстанцев поднялись бы по данному сигналу с оружием в руках и ждали бы прибытия руководителей. Приближалась решительная минута. И вдруг, как это всегда бывает, заговор провалился из-за ареста руководителей. Лишь только Ванина приехала в Романию, ей показалось, что любовь к родине затмила в сердце Мессерили всякую иную страсть. Гордость молодой римлянки была возмущена. Напрасно она старалась образумить себя. Мрачная тоска томила ее. И она ловила себя на том, что проклинает свободу. Ванине пришла в голову мысль бросить его и вернуться в Рим. Она с наслаждением думала о его горестном удивлении, когда он будет напрасно ждать, искать ее тут. Но вскоре ее глубоко взволновала мысль, что она не сумела сохранить любовь этого человека, ради которого совершила столько безумств. Прервав молчание, она заговорила с ним. Она всеми силами добивалась хоть одного слова любви. Пьетро отвечал ей ласково, нежно, но так рассеянно. Зато какое глубокое чувство прозвучало в его голосе, когда, коснувшись своих политических замыслов, он скорбно воскликнул: «Ах, если нас опять постигнет неудача, если и этот заговор раскроют, я уеду из Италии!» Ванина замерла. С каждой минутой ее все сильнее терзал страх, что она видит любимого в последний раз. Слова его заронили роковую искру в ее мысли. Карбонарии получили от меня несколько тысяч цехинов. Никто не может сомневаться в моем сочувствии заговору. Прошу тебя,
Поедем со мной в Сан-Николо. Только на одни сутки. Сегодня вечером тебе нет необходимости присутствовать на собрании Венты. А завтра утром мы уже будем в Сан-Николо. Будем бродить по полям. Ты отдохнешь, успокоишься. А тебе сейчас так нужны все твои силы и самообладание. Ведь близятся великие события. Пьетро согласился. Ванина ушла от него, чтобы приготовиться к путешествию, и, как обычно, заперла на ключ ту комнату, где прятала его. Она поспешила к бывшей своей горничной, которая вышла замуж и теперь держала лавочку в Форли. Прибежав к этой женщине, Ванина торопливо написала на полях часослова, оказавшегося в комнате, несколько строк, точно указав место, где должна была собраться ночью Вента Карбонарио. Она закончила донос следующими словами. Вента состоит из 19 человек. Вот их имена и адреса. Составив полный список, где отсутствовало только имя Мессерили, она сказала этой женщине, пользовавшейся ее доверием. Отнеси книгу кардиналу Легату. Пусть он прочтет то, что написано на полях, и вернет себе. Если когда-нибудь легат произнесет твое имя, тебе не миновать смерти. Но если ты заставишь его прочесть исписанную страницу, ты спасешь мне жизнь. Легат прочел исписанную страницу, держа часослов очень далеко от себя, из опасения, что книга пропитана каким-нибудь ядом. Затем он возвратил часослов лавочнице и даже не послал шпионов по ее следам. Ванина побежала к Мессерили, твердо веря, что нынче он всецело принадлежит ей. Она сказала ему, что в городе необыкновенное движение. Всюду ходят патрули, даже по таким улицам, где их никогда не видели. Мессерили согласился уехать. По приезде в Сан-Николо Ванина в смятении от своего чудовищного поступка с нежностью льнула к Пьетро. Но когда она говорила ему слова любви, ей казалось, что она разыгрывает комедию. Накануне, совершая предательство, она забыла об угрызениях совести. Глубокой ночью в спальню вошел один из слуг Ванины. Человек этот был Карбонарий, о чем она и не подозревала. Значит, у Мессерили были тайны от нее даже в этом. Слуга пришел предупредить Мессерили, что в эту ночь в Форли оцепили дома 19 карбонариев, а их самих арестовали, когда они возвращались с собранием Венты. На них напали врасплох. Но все же 9 карбонариям удалось бежать. 10 остальных карабинеры отвели в крепость. Войдя на тюремный двор, один из арестованных бросился в глубокий колодец и разбился насмерть. Ванина переменилась в лице. К счастью для нее, Пьетро этого не заметил. Он мог бы прочесть в ее глазах совершенное ею преступление. Стоит теперь кому-нибудь сказать Пьетро одно слово, одно только слово, и он возненавидит меня навеки. Что с вами, Ванина? Вы какая-то странная сегодня. Вот еще одна вента раскрыта.
Мне думается, что некоторое время вы будете жить спокойно. Очень спокойно. Ванина решила отправиться в деревню Сан-Николо к священнику. В 7 часов она вернулась и увидела, что комната, где она спрятала возлюбленного, опустела. Не помня себя, она бросилась искать его по всему дому, но нигде не нашла. Я ухожу, чтобы отдать себя в руки легата. Я потерял веру в успех нашего дела. Само небо против нас. Кто нас выдал? Должно быть, тот негодяй, который бросился в колодец. Жизнь моя теперь не нужна несчастной Италии. И я не хочу, чтобы товарищи, видя, что только одного меня не арестовали, могли подумать, будто я их предал. Прощайте. Если вы любите меня, приложите все силы, чтобы отомстить за нас. Покарайте, уничтожьте подлого предателя, будь это даже мой отец. Покарайте, уничтожьте подлого предателя, будь это даже мой отец. Боже великий, прими мой обет. Да, я покараю подлого предателя. Но сначала помоги мне вернуть свободу Пьетро. Спустя она уже ехала в Рим. Отец давно торопил ее вернуться. В отсутствие дочери он обещал ее руку князю Ливио Савелли. Как только Ванина приехала, отец боязливо заговорил с ней об этом. К великому его удивлению, она сразу согласилась. Ванина решила, что, вскружив голову Ливио, она сделает его исполнителем ее планов. Она рассчитывала, что шпионы не осмелятся следить за племянником монсеньора Савелли Катанцара, римского губернатора и министра полиции. Не будь вы ребенком, подчиненные вашего дядюшки, не имели бы от вас тайн. Например, что собираются сделать с теми карбонариями, которых недавно арестовали в Форли? Через 2 дня Ливио пришел сообщить ей, что все 9 арестованных карбонариев и их вожак, некой Мессерили, который по глупости добровольно отдался в руки властей, содержится в замке Сан-Леоне. Я хочу проникнуть в кабинет вашего дядюшки и собственными глазами увидеть бумаги. Внешняя жизнь Ванины по-прежнему была заполнена всевозможными удовольствиями, но ее мучило раскаяние, и она была очень несчастна. Медлительность событий убивала ее. Поверенный отца достал ей денег. Что делать? Уйти из отцовского дома? Поехать в Романию и попытаться устроить побег? Процесс форлийских карбонариев не затянулся. Заговорщики не могли питать никакой надежды.
но они держались мужественно и весьма искусно защищали свою жизнь. Тем не менее, их приговорили к смертной казни. Министр полиции уже составил себе карьеру. Он уговорил папу заменить осужденным смертную казнь долголетним тюремным заключением. Только для Пьетро Миссерилли приговор оставили в силе. Министр видел в нем опасного фанатика. И к тому же Миссерилли уже ранее был приговорен к смерти за убийство двух карабинеров. Однажды монсеньор Катанцара возвратился домой около полуночи и нигде не мог найти своего камердинера. Министр потерял терпение и решил раздеться сам. Было очень жарко. Заперев дверь на ключ, он сбросил с себя платье и, скомкав его, швырнул на стул. Платье было брошено с такой силой, что перелетело через стул, задело за муслиновую гордину, и позади нее обрисовалась человеческая фигура. Министр скинулся к постели и схватил пистолет. Когда он подошел к окну, из-за гордины выступил юноша и шагнул к нему с пистолетом в руке. Увидев это, министр прицелился и уже хотел выстрелить, но юноша сказал ему: «Как, монсеньор, вы не узнали Ванину Ванини? Поговорим хладнокровно. Ваш пистолет не заряжен. Я совершенно одна, клянусь вам. Но для чего мне посягать на жизнь благоразумного правителя, на смену которому придет, вероятно, какой-нибудь слабый человек с горячей головой, способный только погубить себя и других? То, что я сейчас скажу, для вас важнее, чем для меня. Есть люди, которые желают, чтобы Миссерилли сохранили жизнь. Если его казнят, вы после этого не проживете и недели. Мне судьба его безразлична. А эту сумасбродную выходку я позволила себе, во-первых, для забавы, а во-вторых, ради одной из своих подруг. Я хотела также оказать услугу умному человеку, который вскоре будет моим дядей и, по всей видимости, прославит свой род. Надеюсь, что такой благоразумный человек, как вы, сохранит мою выходку в тайне от всех, особенно от Ливио. А чтобы побудить вас к этому, я вас поцелую. Если вы подарите жизнь Карбонарию, которому покровительствует моя подруга. В Риме известна была слабость монсеньора Катанцара красивым женщинам, а Ванина была прелестна с пистолетом в руке. Беседа продолжалась в том полушутливом тоне, каким знатные римлянки умеют обсуждать важные дела, и Ванине удалось придать этой встрече, начавшейся с угрозы пистолетом, характер визита будущей княгини Савелли к ее дяде, римскому губернатору. Пробило уже 2 часа ночи, когда монсеньор Катанцара проводил Ванину до калитки своего сада. Через день министр явился к папе, весьма смущенный тем шагом, который ему предстояло сделать. И вдруг его святейшество сказал ему: «Прежде всего, я хочу воззвать к вашему милосердию. Одному из форлийских карбонариев приговор не смягчен, и мысль об этом лишила меня сна. Надо спасти этого человека». Министр, видя, что папа опередил его, представил множество возражений и, в конце концов, написал указ,
который папа подписал сам, вопреки обычаю. Затем Ванина узнала, что фарлийских карбонариев переводят в крепость Сан-Леоне, и решила во что бы то ни стало увидеться с Мессерили на этапе в Чита-Кастелло. Она приехала в этот город за сутки до прибытия узников. Там она встретилась со своим духовником, аббатом Кари, который прибыл раньше ее на несколько дней. Он убедил смотрителя тюрьмы разрешить Мессерили присутствовать на полуночной службе в тюремной часовне. И даже больше, если Мессерили согласится, чтобы ему надели цепи на руки и на ноги, смотритель обещал отойти к дверям часовни. Тогда он не упустит из виду узника, за которого несет ответственность, но не будет прислушиваться к разговору. Настал, наконец, день, когда должна была решиться судьба Ванины. Любит ли ее Пьетро настолько, что все простить? Она выдала Венту, но ему спасла жизнь. Когда голос рассудка брал верх над смятением души, Ванина надеялась, что Пьетро согласится покинуть Италию, уехать вместе с нею. Ведь она согрешила только от избытка любви. Этот вечер был пыткой. Высоко над алтарем горела одинокая лампада, в которую тюремщик скупо наливал масло, и свет ее чуть брезжил в темной часовне. Пробила полночь, и вскоре послышался какой-то шелест, словно летучая мышь пролетела. Ванина повернулась, хотела шагнуть, и почти без чувств поникла на балюстраду, отделявшую алтарь. В то же мгновение два призрака неслышно выросли перед ней. Это были тюремщик и Мессерили, весь опутанный цепями. Тюремщик открыл дверцу фонаря и поставил его на столбик решетки рядом с Ваниной, чтобы свет падал на узника. Затем отошел к двери. Едва тюремщик удалился, Ванина бросилась к Мессерили на грудь, сжала его в объятиях и ощутила острые холодные грани цепей. Объятие было безрадостным, а вслед за этим ее пронзила жестокая боль. Ей показалось вдруг, что Мессерили знает о ее преступлении. Так холодно он встретил ее. Дорогой друг, я глубоко сожалею о том, что вы полюбили меня. Не вижу в себе достоинств, которыми я мог бы заслужить такую любовь. И поверьте, лучше нам сейчас обратиться к другим, более священным чувствам. Оставим заблуждение, до сих пор ослеплявшее нас. Я не могу принадлежать вам. Постоянные неудачи преследовали все мои начинания. Должно быть от того, что я находился во власти смертного греха. Ведь если только внять голосу здравого рассудка, так почему я не был арестован вместе со всеми моими товарищами в ту роковую ночь? Почему в минуту опасности покинул свой пост? Почему своим отсутствием дал повод к ужаснейшим подозрениям? Не одну только свободу Италии возлюбил я. Мною владела иная страсть. Ванина не могла прийти в себя от изумления, как переменился Мессерили. Ванина подумала, что виной этому мучение, перенесенное им в тюрьме, и заплакала. Она не знала, что близость смерти пробудила в душе юного карбонария все те религиозные чувства, какие только могли сочетаться с его служением свободе Италии. Но мало-помалу Ванина поняла, что разительная перемена в ее возлюбленном вызвана нравственными причинами, а вовсе не физическими страданиями.
и горе ее, казалось, уже достигшее последнего предела, возросло еще больше. Если я и любил кого-нибудь в целом мире, то только вас, Ванина. Но благодаря Богу у меня теперь только одна цель в жизни. Я умру в тюрьме или погибну в борьбе за свободу Италии. Требования долго суровы, друг мой. Но если бы их легко было выполнить, в чем же тогда заключался бы героизм? Дайте мне слово никогда больше не искать встречи со мной. И позвольте человеку, который был для вас когда-то дорог, дать вам полезный совет. Ваш отец нашел для вас достойного жениха. Выходите за него. Не делайте ему тягостных признаний, но не ищите больше и встречи со мной. Будем отныне чужими друг другу. Вы пожертвовали немалые деньги на дело освобождения Родины. Если когда-нибудь она будет избавлена от тиранов, вам вернут эти деньги полностью из государственного имущества. Ванина была потрясена. За все время разговора взгляд Пьетро заблестел только в то мгновение, когда он произнес слово «Родина». Наконец, гордость пришла на помощь княжне. Она ничего не ответила мессерили, только протянула ему бриллианты и маленькие пилки, которые принесла с собой. Я обязан принять их. Мой долг попытаться бежать. Но, невзирая на новое ваше благодеяние, мы больше никогда не увидимся. Клянусь вам в этом. Дайте слово никогда больше не писать мне, никогда больше не искать встречи со мной. Отныне я всецело принадлежу только Родине. Я умер для вас. Прощайте. Нет. Подожди. Я хочу, чтобы ты узнал, что я сделала из любви к тебе. И тут она рассказала о всех своих стараниях спасти его. С того дня, как он ушел из замка Сан-Николо и отдал себя в руки легата. Но это все еще такая малость. Я сделала больше. Из любви к тебе. И она рассказала о своем предательстве. Чудовище! Чудовище! Пьетро пытался убить Ванину своими цепями. И он убил бы ее, если бы на крик не прибежал тюремщик. Он схватил мессерили. Насколько позволяли цепи, Пьетро швырнул Ванине алмазы и пилки. Я не хочу быть ничем обязанным тебе. Ванина была совершенно уничтожена.
она возвратилась в Рим. Вскоре газеты сообщили о ее бракосочетании с князем Ливио Савелли. Thank you.